Вітаємо харків'ян та гостей міста з найбільш очікуваною подією. Це у нас 23 августа. Харківського зоопарку! Унікальний перший в Україні і найстаріший в Європі заповідний. Найстаріший в Європі, нічого собі. За свої 126 років він став одним з найцінніших об'єктів природно-заповідного фонду країни. Ну, в общем, все красиво. Гостей справжньою мрією. Оновлений, повністю перебудований, сучасний і дуже комфортний для мешканців Бали. Харківський зоопарк неодмінно стане перелиною міста та всієї країни. Да, долго мы ждали, пока его реконструировали, что правда, то правда. Ну, слава Богу. Ой, сынок, лет 5 так точно. Я последний раз здесь был, когда здесь была какая-то проблема с кормежкой животных. Попросили помощи, и сюда ринулся весь Харьков. Тут морковок всяких этих, осторожно, КАМАЗами вывозили. Ну, тракторами, имеется в виду. А? Пошли смотрим. Озерцо сниму. Что? Ой, господи, ну я знаю его латинское название, но неприлично его на камеру называть. Хотя совершенно бородавочник. О, пускай будет бородавочник. Пумба. Ну, латинское название совершенно неудобоваримое для русскоязычного уха. Это ж хорошее выражение, русскоязычное ухо. Ладно, а потом пойдем посмотрим, где там еще что. 23 августа 2021 год. Пока мы видели только, кого там, Пумба. Как этих? Оленятка были. Как их? Бэмби, елки-палки. И вот гуськи птички и мартышек. Ну, я не...